в этих самых местах построили птичью ферму. Насколько давно, я не искал. Да, ну и не важно. У каждой из птиц была своя клетка. Сплав каких-то металлов там редких. И в каждой клетке необычная ветка, а пьедестал для птицы на сердце. Условия словно в каком-то отеле. Интернет, санузел, стиралка и телек. Птицы круглосуточно ели. Так много ели, что даже не пели. Во время одного из обходов и сбора яиц по птицезаводу, возможно, судьба проявила заботу, один из птенцов улетел на свободу. Взмах еще окно. Новый мир. Столько всего. Изобилие пир. Не мог и представить себе тот птенец, что заключение наступил конец. Под облаками летает он. Становясь зрелым, он не взрослел. Решил остальных освободить, чтобы вместе там, вместе творить. На птичью ферму вернулся ночью. Но тут же стал весьма озабочен. Не обнаружил ни дверей, ни замков. Все птицы сидели внутри без оков. Любая из них могла улететь. Да только вот птицы решили полстеть. Используя клюв лишь, чтобы есть. Сложно в открытую дверку пролезть. Птенец долго пел о том, что не стоит так много есть. Послание простое, вы все способны летать высоко. Не верили птицы, что это легко. Да все, что вам нужно, чтобы лететь. Чуть меньше есть и чаще петь. С репликой этой птенец удалился. И кто запел?